Здравствуйте! Сегодня я хотела бы рассказать, какие удобрения я использую для подкормки своих растений. Этот грунт, который я использую для выращивания своих растений, очень беден питательными веществами, поэтому внесение удобрений – обязательное условие для здорового роста и развития. Для подкормки я применяю импортные универсальные удобрения двух видов с различным содержанием НПК. НПК – это главные элементы питания для растений – азот, фосфор и калий, и микроэлементы. В состав этих удобрений входит полный комплекс питательных элементов. Итак, синее удобрение. НПК 19-7-20, то есть азота здесь 19, фосфора 7 и калия 20, и магния 3. Зеленое удобрение. НПК 18-18-18. Плюс магний. Азот нужен для наращивания зеленой массы. Фосфор для формирования корневой системы. Также он необходим в период цветения. Повышает сопротивляемость растений к заболеваниям. Калий поддерживает водный баланс. Является строительным материалом. Способствует засухо- и морозоустойчивости. И также повышает сопротивляемость растений к заболеваниям. Синее удобрение. Я применяю на начальной стадии для молодых растений, так как в нем большое содержание азота, а это зеленая масса. Зеленое удобрение с большим содержанием фосфора применяется для взрослых растений, также в период цветения. Мои растения молодые, но уже хорошо адаптированные и, как я считаю, способны к цветению. Поэтому я хочу поднять немного процентное содержание фосфора в поливочной воде, поэтому смешиваю удобрения. Для взвешивания я использую весы. Для полива берется 1 грамм удобрений на 1 литр воды. Так как мы смешиваем, значит мы берем 0,5 грамма зеленого удобрения и 0,5 грамм синего. Кислотность почвы для антуриума считается нормальным при показателе 5,5-6,5. В нашем регионе водопроводная вода с кислотностью приблизительно 7,7,2. Поэтому воду для полива разбавляем. Часть отстойной водопроводной воды, часть дистиллированной, талой, либо дождевой воды. Сейчас мы это отставим минут на 5. Вот чтобы удобрения хорошо растворились. Ну, все, гранулы удобрения растворились, и теперь можно производить полив. Полив следует производить медленно, так как грунт рыхлый, и при быстром поливе вода пройдет через грунт и не успеет его промочить. После полива горшочек следует оставить минут на 30, чтобы лишняя вода стекла в поддон, и затем ее удалить. Панкорку произвожу 3 раза в месяц, 1 грамм удобрений на 1 литр воды. В зависимости от состояния антуриум применяю или зеленое, или голубое. Возможно смешивание этих двух удобрений, так как мы поступили в этом случае. Произвожу подкормку по листу этим же удобрением. В осенне-зимний период я применяю дополнительное освещение, поэтому количество подкормок в этот период времени я не сокращаю. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал.